Жительница заводского района объездила полгорода в надежде получить кредит на 400 тысяч рублей. В нескольких банках ей отказали. Тогда неизвестные посоветовали отправиться в отделение на Московской. Мне было так сказано, что вот не входя в банк, мне нужно им позвонить и получить инструкции. Вот я пока получала инструкции, женщина говорит, я узнала этот голос, это мошенники. Не послушав прохожую, женщина зашла в банк. Сотрудники данного офиса, заподозрив неладное, убедили ее прекратить общение с незнакомцами и вызвали полицейских. Жертвой злоумышленников едва не стала и вот эта пенсионерка. Не переводить деньги на неизвестный счет ее убедили полицейские и работники банка. Сумма предотвращенного ущерба 2 миллиона 700 тысяч рублей. Клиенту на постоянной основе приходили звонки, входящие на телефон от неизвестных номеров. Клиент не мог подтвердить о том, что звонят ее родственники, хотя много раз она утверждала, что переводит именно по поручению своих родственников. За активное участие в противодействии мошенничествам сотрудникам банка вручили благодарственные письма. Полицейские отметили, что уберечь представителей старшего поколения от необдуманных поступков можно лишь объединив усилия. Как можно чаще напоминайте близким о том, что нельзя доверять незнакомым людям и совершать финансовые операции по их указанию. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.